сегодня у нас заключительный завтрак в этом отеле, и мы будем собираться домой. Да. Очень не хочется жаль. Этого да. делать. Но надо. Но ничего. Ничего. Нас еще ждут новые, много-много новых приключений и путешествий. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. Ребята, и как обычно, начинаем с видов. На Дубай, с нашего ресторана. Вот такая красавица. Бурдж-Халифа стоит напротив нас. Ну, у нас последний завтрак в этом отеле. И что у нас сегодня? Макарошки, наггетсы, сосиски, кукати, фрукты, огурцы, помидоры. Мне тоже макарошки. Ребятки, это фрукты, огурцы, помидоры, а это овощи. А, это овощи, огурцы, помидоры. А фрукты? Это фрукты, только я не знаю, что это такое, если честно. Это дыня. Ну, а чего такая она какая-то? Она не жёлтая. Дыня и арбуз. Так, а у меня получается макароны с беконом. А, точно, дыня. Дыня. Она у них такая немножко недоспелая. Так, ну, десерт у нас вот такой. Кексики и две булочки. Медок похуже. Кусочек сыра. И два стаканчика воды. Ну и кофе, чай. Так что мы будем нямать. Вот я говорила, что макароны с перцем. С перцем? Да. Ну ничего, сейчас попробуем. Так, ну приятного. Да, еще нам еще яички сейчас принесут. Ну, приятного нам аппетита. Встретимся в номере. Так, ну вот, ребятки, мы собрались. Как бы выселение в 12, но мы еще до часа тут проковырялись. У нас уже стучатся в номер, выталкивают, и мы потихоньку. Вот последний чемодан остался нам запаковать. Вот новенький чемоданчик мы уже запаковали. И будем выходить на ресепшн. И в путь. И в путь. Скажи что-нибудь. Пора домой. Так, ну вот, ребята, ждем мы уже трансфер. Подошел к концу наш отдых. Отпуск. Вот в этом вот отеле. И, короче, зашли мы покушать вот в эту прямо пиццу. Прямо в отелю, вот эту пиццу. Заказали пиццу, сейчас покажем, какая вам пицца. У нас полчасика есть. Я думаю, мы успеем да. перекусить. В общем, так что... Три татушечки. А три татушечки. Все, перекусим и встретимся в аэропорту. А, покажем пиццу сейчас вам какую. Так, вот, ребята, такая вот пицца у нас. Две колы, кетчуп, такая вот большая пицца, и стоимость ее $17, и у нас 15 минут, чтобы ее умять до автобуса. Ребята, приехал наш трансфер, короче, ровно в 15:15 забрал нас, да, без опозданий, короче, Вова из бухгалтера, что его оставим здесь, и бегом. И меня забыл. Ну, в общем, едем мы в аэропорт. И у Кати приподнятое настроение. Да, мы же домой летим. Правильно? Вчера целый день грустила, а сегодня... Ничего, я вчера... Вчера тоже веселая была до обеда. После обеда? Ну, а после обеда уже, в смысле, уже о работе. Да, что Катя сказала, во-первых, Вова пошел с двумя чемоданами, а Катя среди четырех легковых автомобилей и одного большого автобуса с трудом нашла этот большой автобус. Прям-таки автобус стоял, во-первых, не у нашего главного входа. Мы
Мы вообще совсем другого отеля. У нас входа-то главного и нет. И Вова быстренько бежал. Даже не посмотрел, что ему сказали в телефоне, какая фамилия. Да, домой. А кто, что, куда едем, не знаю. Ну, наверное же, в аэропорт. Но ничего, мы как уже приспособились, если что, на метро доедем. Если не туда довезут. Так что оставайтесь с нами, и будет много чего интересного. И с Вовом будет много чего интересного. Так, ребята, мы приехали в аэропорт и не можем найти свою стойку. Да. Это не может всех подряд. Но это, наверное, пройти, а потом уже есть. Эмиратес это... Да? Привет, скажи. Сейчас мы немножко заблудились. Ищем. А то что-то все на Киев. Будем сейчас искать. Так, представляете, ребята, вообще хотели не пропустить, ну, а это... осталось я бы здесь. Нет, просто там, я так понимаю, россияне сдают обратно тест. А она просто спросила, резидент, не резидент, и ей пришлось предъявить белорусский паспорт. Это тоже хорошо. Ну, в общем, хорошо. Все хорошо. Да, хорошо, что... Нам дали билеты, и мы летим домой. Да, так что все окей. Так прошли, что ждите нас. Сдали чемоданы, сейчас идем на таможню, на паспортный контроль. Ну, а вот так вот выглядит аэропорт. Такой большой, конца и края нету. И влево, и вправо тут такой реально очень большой. Все, пошли мы на контроль. Куда идти надо? Смотрите, какие лифты. Как все равно грузовые, но это пассажирские. Там вмещается очень много, по-моему, до 20, наверное, человек. Чистенько. Да, чисто, аккуратно. Камеру тоже как бы запретили. Но хочется вам показать. Так, еще наверх. Ребята, вот финики коробка, вот такая небольшая коробка, 20 сантиметров. Килограмм, 10 килограмм фиников. 1 килограмм, сколько в долларах? 51,39. 51 доллар. А вот это посмотри, дороже. А вот это? 59. 59 долларов. Нет, я пошутила, обманула вас. Вот это. Ну, оно все равно выглядит вот так. Водичка. Получается доллар 80. Ну, водичка 0,9 доллара. Доллар 0,9. Вот такой вот бутыль молока. 18 долларов. Это сухое молоко. А, это сухое молоко? Да. А, сухое. Три ложки. Да, это сухое молоко. Тебе это ни о чем не напоминает? Ну да. Мы случайно в Китае такое не привозили? Не ели мы такое, а? 9 долларов. Чи Липтон.
$8. Такой чай. $3. Да посмотрите. Аэропорт. Ну уже сколько? Минут 30, наверное. 20 точно. Идем по аэропорту. Еще к своей стойке никак не можем дойти. Все 16. Смотрите. Реально очень большой. Просто гигантский. Смотрите, ребята, какую красоту они. Даже внутри пальмы сделали такие вот искусственные, чтобы украсить. И, кстати, здесь тоже по аэропорту, внутри аэропорта ездит такси. Только что проехало. Маленькие электромобили. Ребята, сникерс. $11. Полкилограмма. Баунти. Полкилограмма. 11. Это аэропорт Дубай. Duty free. Рафаэлло. $13. 270 грамм. Там такие вот конфетки. 300 грамм. $20. Вот такой набор шампанского красиво. Там внутри конфетки. $12. Вот такая коробочка конфет. 245 грамм. $15. Игрушки с чупа-чупсом. $11. Шоколадка 300 грамм. $8. Вот такая 145 грамм. $5. Такое вот такси разводит. Вот смотрите. И одна стоит на подзарядке. Так, ребята, пришли мы на наш терминал для посадки. Вот он. Как выглядит. А мы зашли в Duty Free и купили перекусить. Ну, не перекусить. Могу открыть. Вот смотрите, какие классные штучки. Это такое драже ментоловое. И стоит оно доллар с чем-то. Да, $1.5. За одну штуку. Ну, такие вот интересные. Ну, а еще что ты приобрела? Потом я себе купила твикса. Полкилограмма. 333 грамма, так? Это получилось... $8 он стоит. Да? $8. Потом я себе купила пепси, стоит... $4. И кока-колу себе купила $4. А Вова себе ничего не захотел. Шутка. Короче, в общем, это все вышло на $15. Вот. Да, сейчас мы перекусим, и через полчаса у нас посадка уже начинается. Очень быстро все так произошло. Во-первых, пока нашли свой, ну как это называется, выход на самолет. Выход на посадку. Очень большой аэропорт, вообще нереально большой. Это вот мы приехали за 3 часа, вы представляете, мы прошли терминал, эти паспортный контроль, и это минут за 30, за 40. Час, мы ровно час. И час, считай, мы дошли. Ну, мы шли, но мы шли не спеша, заходили во всякие магазинчики, все смотрели, ну, снимали. Это нереально большой. Ну, конечно, большой. Да, большой. Ну, можно так. Когда видео, когда прилетали сюда, Дубай, там приземление, смотрите по ссылке, там я пытался снять объемы аэропорта. Ну, а сегодня так немножко внутри я снимал, ну, потому что делали замечания, поэтому, потому что в аэропорту нельзя снимать. Здесь, я говорю, даже повторюсь, что даже такси ездит, представляете, по аэропорту ездит такси, электромобили развозят пассажиров. Да. Дарик, татушечки. Дарик, та-та-та. Дарик, татушечки. Дарик, та-та-та.
Не снимай. Почему? Катя выпила кока-колы. Душечки. С пузырьками. Душечки. Ты же мне ничего не купил больше. Ей захотелось танцевать. Все, ребятки, наш рейс без задержек. Объявили посадку. Да, началась уже вот посадка. Вы видите движение. Мы сейчас тоже идем. Сейчас немножко рассосутся, и идем. Мы тоже пойдем. Катя, ну что ты, Катя? Давайте поедем. По синему морю, зеленой земле. Плыву на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь бури и ветер к единственной маме на свете. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Все, ребята, мы прошли. Идем, направляемся в самолет. Да, все очень быстро. Круто. Да. И мы улетаем. Да, и сейчас покажу самолет. Это первый класс. Как обычно. Смотри, какое расстояние. Вообще реально. 31. Вот сюда. А, Б, С. Ну и лестница. Ребятки, ну вот мы уселись. Как нам повезло, мы чуть не попали, видите, на самый последний ряд. Самый последний ряд. Очень, конечно, нежелательно, потому что там слишком узкое расстояние между сидений. Да, тебе достать сразу подушку. И получилось нам вместе. Ребята, которые перед нами брали, их рассадили по-разному. Вообще одна впереди, да, вторая, да, вторая, да. В конце. А они стояли перед нами, а мы после их и попросили как бы два вместе, и нам дали. И мы так боялись, что в конце, он, видите, ну в конце реально там очень неудобно. Там места нету, разложить нельзя вот эти. Да, вот там разложить не разлаживается, и расстояние на 30% меньше, чем здесь. Оно здесь-то не очень такое, вон, вы видите, большое. Вон, только-только вот, получается, вот коленка. Все уже усаживаются. Как он как-то может усесть? А, уселась. Нету силы надуть потом. Сейчас мы надуем эти подушечки. Опять нас двое, у нас потери. Ну, жизнь дуэль, чего хотели? Девиз наш сердца одного. И в этом наш успех. Мы с этой песни начинали. С этой и подводим итоги. Так что, ребята, все, прощаемся мы с Дубаем и счастливого полета! Так, дорогие друзья, в самолете нам принесли ужин. Так, да, вилочки, соль, перец, салфетка.
нужны. Салфетка. Так, макароны с курицей. Вот так они выглядят. Прошли паспортный контроль. Ну, все быстро? Да, все у нас четко, быстро, все слаженно работают. Молодцы, ребята. Ну и ждем наши сумочки. Ждем сумочки и пойдем прогревать машину. Еще надо ее найти? Да. Дубай. Да. Ну мы же с Дубая, ребята. Мы же были в Дубае. Так что все уставшее, так что... Да, уже встретимся в машине. Так, ну вот, ребята, мы уже в машине. Прогрели и сейчас двигаемся в путь. Да, домой. Да. Закончился наш отдых, отпуск. Все было классно, круто. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, жмите колокольчики, чтобы не пропустить следующее видео. А в следующем видео... будет не менее интересно, чем в предыдущих. Пока-пока.